В Покачах старшеклассники учились рационально копить и тратить деньги в рамках программы повышения финансовой грамотности. Здесь прошли онлайн-уроки. Детей познакомили с основами экономики современного общества и рассказали о банковских вкладах, а еще уловках мошенников. На виртуальных лекциях школьники могли напрямую общаться с лектором и задать ему вопросы. Итогом таких уроков стал экзамен в форме Brain Ring. Участникам предложили пройти 4 этапа испытаний. Так как они все являются у нас участниками рынка, это не только будущие, а настоящие участники рынка, то им обязательно нужно знать, куда можно вложить денежки, чтобы приобрести, чтобы получить больше, да? Как не попасть на уловки мошенников. Вот на этой неделе у нас был урок про кибермошенничество в 9 классах. Ребятам очень понравилось, они узнали, что такое нигерийские письма.